сказать, что это вкусное блюдо, это не сказать ничего. Вы в прямом смысле слова проглотите язык. Лисички и макароны с необыкновенным сливочным вкусом, ароматом грибов и петрушки. Угощайтесь! Блюдо настолько самодостаточное, что совершенно не хочется к нему никакого мяса или овощей. Макароны лучше не доварить пару минут. Готовьте и наслаждайтесь. А как приготовить макароны с лисичками и сметаной, смотрите в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Макароны поставьте вариться в подсоленной воде до состояния альденте. Лук и чеснок очистите, помойте. Мелко порубите и обжарьте до прозрачности на сковороде в сливочном и оливковом масле. Добавьте промытые грибы. Если лисички крупные, то разрежьте их пополам или на четвертинки. Посолите по вкусу и обжаривайте, помешивая 5-6 минут, не больше, до хрустинки и готовности. Затем добавьте половину тертого на мелкой терке сыра и чистую рубленную петрушку. Подержите на среднем огне буквально полминуты, помешивая. Добавьте отваренные макароны и сметану. Быстро все перемешайте и подавайте к столу, посыпав оставшимся тертым сыром. По желанию поперчите. Приятного аппетита! Очень-очень вкусно!